На предприятии работа не замирает ни на минуту. Как отмечают на производстве, во время Олимпийских игр завод был единственным, кто полностью снабжал город хлебом. Да и сейчас конкуренцию хлебокомбинату вряд ли кто сможет составить. Впрочем, даже такое успешное предприятие может столкнуться с проблемами, к примеру, нехватки кадров. Особенно остро этот вопрос стоит летом. На хлебозаводе период отпусков совпадает с увеличением производства продукции. Задавали на встрече вопросы и личного характера. Как решить в Сочи проблему дорогих автопарковок, сократить очереди в детские сады, повысить уровень туристического сервиса и качество сельских дорог? Свои вопросы сочинцы могли задать не только в ходе встречи с членом Общественной палаты России. Во всех районах курорта продолжают работать общественные приемные Константина Затулина.